УАЗ Хантер 2005 года. Механическая коробка 4WD, первое поколение, дизель. Хочу поведать вам о своих впечатлениях о машине и ее переделках. Ну, в общем, купил ее в 2008. Машина была особо не езженная. Двигатель турбодизель, Андория. Машина особо не ломалась, минус, нет гура. За все время вложения это масло, фильтра, топливо. Первая переделка это передний бампер. Был заменен на бампер от Toyota Land Cruiser 70-го и установлены две противотуманки. Еще была проблема с запаской, и из-за ее тяжести рвется дверь. Поэтому она была снята и долгое время возилась в салоне. Недавно потрескался задний бампер, и было решено поставить металлический и придумать калитку под запаску. В данный момент идут работы по переделке. Бампер делается из швеллера 4 мм.